Вся деревня обсуждает заклятие, наложенное на Надю. Роман рассказывает гадалке, что не может находиться с Надей ребенком из-за заклятия. Надя об этом не знает. Роман избегает встреч с ней, но Надя не догадывается о причине этого. Гадалка объясняет Наде, что она должна отпустить Романа. Такова судьба. Роман просит Артура позаботиться о Наде с ребенком. Артур признается Наде в любви. На окраине деревни горит сарай. Из него выбегает Роман.